З гостем 9 каналу сьогодні будемо говорити про непросту для сучасної України тему – патріотизм і національна мова. Наскільки невід'ємні ці речі? Прошу вас не робити передчасних висновків лише тому, що наш гість себе називає націоналістом. Знайомтеся, Сергій Замілюхін, керівник організації російськомовних українських націоналістів. Скорочений рух. Сергій Вікторович, я вас вітаю. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чи володієте ви державною мовою? Ну, так, володію державною українською мовою, але, мабуть, не настільки добре, щоб можна було б розмовляти тут на телебаченні. Вибачте. З огляду на вашу діяльність, буде логічно перевести наш діалог на російську мову. Згодні? Ну, якщо ваша така думка, то краще було б так. Тогда продолжаем. Вопрос действительно деликатный, вокруг языков для многих спорный и болезненный. Собственно говоря, знаю по себе, живу в русскоязычном городе, в городе многонациональном, поэтому для многих из наших людей бытует мнение, что в быту можно спокойно говорить по-русски и ничего страшного не будет. Как вы считаете, много ли таких людей в целом по Украине? Которых разговаривают на русском в быту? В быту. Ну, для этого есть, в общем-то, цифры статистики, 45% в Украине. Кто эту статистику проводит? Ну, это официальная статистика, как минимум. Тогда что вы вкладываете в понятие русскоязычный украинский националист? Ну, для этого нужно для начала определить о том, что есть часть украинцев, мы назовем их этническими украинцами, которые разговаривают на русском языке. Это сложилось исторически, ну, исходя из того, что у нас более 300 лет Украина имеет историю русификации Украины. Мы это знаем, начиная после Переяславской Рады. Прочитав все те указы, все те предписания, которые были даны в свое время российским правительством в различные годы, мы понимаем, что, в общем-то, очень даже странно, что до сих пор еще вся Украина не разговаривает на русском языке. Поэтому можно сказать, что третья часть этнических украинцев на сегодня, ну, хорошо это или плохо, но я думаю, что, скорее всего, плохо, да, она разговаривает на русском языке. Поэтому можно сказать, что этот язык для них, несмотря на то, что они родились с этим языком, но мы называем, что для них он не родной язык. Хотя пытаются нам доказать, что родной язык – это тот язык, с которым ты родился. А родной язык – это язык твоей нации. То есть речь сейчас идет в большей степени об украинском языке. Если мы себя идентифицируем как украинцы. И вот украинский язык – это и есть язык нашей нации. Да? А мы сейчас просто разговариваем на русском языке, ну, потому что так сложилось, скажем так. Ну, означает ли это, что члены вашей организации и не стремятся изучать украинский язык? Потому что, ну, бытует мнение, действительно, что многие не то что не хотят, им просто лень. Ну, абсолютно нет, абсолютно. Потому что если ты уже назвался украинским националистом, вопрос только времени, когда ты перейдешь на украинскую мову. Но это не значит, что переход на украинскую мову, он является первоначальным. Или самым главным, скажем так. Тут, наверное, у каждого свой временной путь. Кто-то это может сделать через месяц, кто-то может через год, у кого-то может вообще не получится. Но главное, что человек себя идентифицирует украинцем, он борется за то, чтобы его нация развивалась. Ну и как минимум, я думаю, что дети однозначно будут его украиномовные. Говоря о вашей организации, можно ли сказать, что она существует или только формируется? Ну, вы знаете, я могу так сказать, что такое явление в обществе украинском, оно существует уже не первый год. О нем очень широко начали говорить с 2008 года. Другое дело, что первые формы организационные вот этого явления, причем это явление, ну, как показывает опыт, оно является массовым, довольно-таки массовым. А мы, это просто попытка, первая попытка организовать вот, как бы, ну, представителей этого явления, скажем так. И на сегодняшний день я не могу сказать, что вот организация уже настолько структурированная, она как бы сильная, мы в начале пути, скажем. Но тем не менее, если существует организация, значит существует и устав, и цели, и задачи. Вот давайте поговорим о них. Ну, естественно, да. Ну, если... приоткройте легкую такую занавесочку.
чтобы понять. Ну, сразу цели говорю о том, что да, это не политический проект. Мы не ставили какие-то цели там, участвовать там, сразу в выборах или там, кому-то мешать или помогать с этим. Тут немножко более другая задача. Необходимым условием для того, чтобы националисты решили свою задачу, это формирование украинской сильной нации. Без поддержки нации, без формирования осознанной общности, которая называется украинская нация, никакого успеха украинские националисты не добьются. Если даже добьются, это будет временное явление. Вы посмотрите на ту же Грузию. Там прошли очень хорошие изменения, но народ не понял, не осознал Саакашвили, потому что, в общем-то, не было работы именно с нацией. Есть грузинский народ, но нет грузинской нации, и они не поддержали его. То же самое здесь. Чтобы добиться успеха раз и навсегда, нужно создавать украинскую нацию. Вот эта задача и является, в общем-то, самой главной для украинского националиста – формирование украинской нации. Формирование, если многие сейчас говорят, нам нужно формировать политическую нацию, очень хорошо, но политическая нация сильная может быть только если есть стержень, сильная этническая нация. У нас мононациональное государство, 80% являются этническими украинцами, ну часть из них, которые разговаривают на русском языке. И вот эту часть нам нужно сделать сильной, которая потом нормально присоединятся остальные национальности, причем в дружбе и все вместе мы построим счастливое государство. А на кого, в свою очередь, вы рассчитываете больше? На молодежь или все-таки людей постарше или более преклонного возраста с опытом? Ну, я понимаю, молодежь, в общем-то, это вообще как бы наш, ну не то что фарватер, это люди, которые прожили уже в независимом государстве, имеют совсем другой менталитет. Я думаю, что вот молодежь очень много, и с каждым годом она все больше решает. И поэтому даже под влиянием молодежи мнение старшего поколения меняется. Однозначно это молодежь, хотя нужно понимать, что взрослое поколение не нужно убирать. Не могу не спросить, вот вы называете себя русскоязычным националистом, так. А как у вас взаимоотношения с украиноязычными националистами, ну, к примеру, Свободой? Есть ли точки соприкосновения или ну, у вас со полностью... Свободой как таковых ну, были соприкосновения на уровне местных отделений, например, в Донецке. Я думаю, что они, если там, по крайней мере, еще не дружат вот в обнимку, да, то, по крайней мере, понимают, что такое явление есть, и оно, скорее всего, положительный имеет эффект для самой Украины. Ну, я могу сказать, что есть довольно-таки плотная или, ну, нельзя сказать плотные, да, есть хорошие отношения с другими националистическими организациями, ну, такие как ТРИЗУП имени Бандеры. По крайней мере, у нас... Мы друг к другу лояльно отношения? Абсолютно лояльно, причем изначально они очень с опаской отнеслись к нашей организации, но после каких-то ряда переговоров и объяснения нашей позиции они поняли, что это имеет очень, в общем-то, хорошее влияние на Украину. Вы сказали о Донецке, сейчас вы в Днепропетровске. Хотелось бы спросить, вы ездите по городам, где были, где находите самое, ну, максимальное понимание своей идеи? Ну, я думаю, что эта идея, она вообще как бы не имеет там вот, Донецк или Днепропетровск. Юго-Восток — это как раз вот весь Юго-Восток. Это как раз та часть Украины, которая интересна наша идея, и она будет востребована. На ваш взгляд, большинство людей не пугает такое понятие, вот как националист, то есть само слово не отталкивает? Некоторых пугает, но мы должны работать над тем, чтобы мы понимали, что националист — это неплохо, это хорошо. Причем то понятие национализма или националиста, которое убивали нам в советское время, его возвратили. Оно вообще не имеет никакого отношения ни к фашизму, ни к нацизму, ни к шовинизму, ни к ксенофобии абсолютно. Традиционный украинский националист, он защищает только лишь свое, оберегая, не давая, в общем-то, вот поглотить себя. В первую очередь, это была защитная реакция от российского империализма, ну и от польских посягательств. Я могу сказать такой пример, я очень часто повторяю, может быть, недословно, слова Степана Бандеры, который говорил в 43-м году о том, что наше отношение к неукраинцам. Это чтобы все понимали, что такое традиционный украинский национализм. Наше отношение к неукраинцам, если они в наших рядах и хотят построить УССД,
українську соборну самостійну державу. Это наши побратимы. Если они не хотят вместе с нами строить УССД, но и не мешают нам, мы тоже относимся к ним нейтрально. И только та часть населения или народа, или те люди, которые не хотят, чтобы мы построили, мешают нам, не воспринимают нас как отдельную нацию, не воспринимают наш язык как отдельный язык, это наши враги. То бишь, у нас нет у украинского традиционного национализма, нет просто плохого отношения, там, потому что ты еврей, потому что ты там русский, абсолютно. Не так много у нас времени, но вопросов еще достаточно. Скажите, пожалуйста, кто финансирует вашу организацию? Где мозговой штаб и так далее, и так далее, и так далее? То есть наверняка же есть люди, которые стоят за этой историей. Ну, к сожалению, к счастью, я так думаю, что эту организацию никто не финансирует. Это не значит, что не найдутся люди, которые захотят поддержать эту организацию. Эта организация, она, в общем-то, создана-то снизу на основе социальных сетей, где люди начали собираться. Такие же вот, казалось бы, когда себя называешь русскоговорящим украинским национализмом, националистом, ну еще год-два назад многие даже боялись признаться об этом своим родственникам, потому что это какое-то как белый быть вороной. Когда создалась идея объединить их в социальных сетях, хотя бы для того, чтобы они чувствовали, что вот их нас много. И когда это стало большое довольно-таки количество, сама по себе идея вызрела в том, что с этим надо что-то делать, поэтому мы делаем организацию. Причем организацию, скорее всего, более просветительского плана. Вот то... Коль вы сказали о просветительских направлениях, вот если человек разделяет ваши идеи, куда обращаться? То есть где подчеркнуть больше информации о вас и о ваших... Мы готовим сейчас сайт к разработке. Ну, сейчас мы есть в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, пока что. Вот под этим же названием, либо на русском, либо на украинском, ВКонтакте на украинском, российском уровне украинские националисты, а в Фейсбуке наше название группы идет на русском языке, русскоговорящие украинские националисты. Искать можно там, там абсолютно есть все телефоны, там есть координаты наших отделений, которые уже есть, это Харьков, Донецк, а в Днепропетровске Запорожье. Какое-то представительство будет? Ну вот я приехал для того, чтобы открыть представительство. Открывать представительство, да. У меня сегодня будет вечером встреча с нашими ребятами, и мы будем решать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, для украинца, говорящего на украинском языке, национализм и патриотизм слова-синонимы зачастую. А для русскоязычного националиста это то же самое или нет? Ну... Я вообще считаю, что патриотизм и национализм немножко разные вещи. Чуть-чуть разные. Можно любить... Патриот — это человек, который любит просто свою страну. Можно любить просто свою страну, но не воспринимать украинцев как нацию. Но я люблю вот ту страну, в которой я живу. Таких примеров масса. Поэтому быть националистом — это значит быть патриотом. Но быть патриотом — это не значит быть националистом. Я желаю вам и вашей организации удачи. Надеюсь, что встретимся в этой студии и сможем оценить уже конкретные достижения. Спасибо, что нашли время для нас, для наших телезрителей. Спасибо большое. Сергій Замілюхін, керівник організації російськомовних українських націоналістів, був гостем 9-го каналу. Я дякую вам за увагу. До нашого діалогу.